сказки. Три поросенка. Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф. Вот так пенсионерка из Маркса борется с однообразием придомовой территории. Таисия Турчанникова черпает вдохновение в специальных журналах и интернете. Это вот 5-литровые бутылки из-под воды минеральной. Ну вот эти бутылочки вырезали, покрасили. Тут кто лебедей вынес, кто просяточек. Подходят люди, смотрят на телефоны свои, на камеру снимают и улыбаются. Приятно. Ромашки, ирисы и мальба. Жители соседнего дома по улице Проспект Строителей не только изготавливают предметы декора, еще высаживают деревья и цветы. Своими силами мы стараемся двор благоустраивать. Двор, когда сдался, у нас ни деревьев, ничего не было. Сами сажаем. Вот. Ну, люди выходят, помогают. Недавно у жителей появился еще один стимул обустраивать придомовые территории. Маркс участвует в конкурсе на лучший благоустроенный район области. Преображают город сообща с представителями власти. Пока жители благоустраивают дворы, чиновники контролируют порядок в скверах и парках. В Центральном построили фонтан и детскую площадку. Если будет какой-то денежный приз, это будет замечательно. Но на самом деле хочется вот сделать... Мы же делаем не для кого-то, мы в первую очередь делаем для себя. Мы делаем для себя, для жителей города Маркса. И если это оценят, комиссия, которая создана в области, и нам дадут какое-то место, присудят, мы будем только рады, потому что это престиж. Как проходят работы по благоустройству в Марксе, приехали оценить эксперты из областного правительства. Они же члены жюри конкурса. Конечно, не сказать, что администрация выполнила работу уже на 100%. Есть свои, конечно, недоработки, которые, я думаю, учтут в дальнейшем. Хотелось бы, конечно, побольше зеленых зон на сегодняшний момент. Как бы администрация работает в этом направлении. Приводят в порядок и парк Екатерины II. Это одно из самых любимых мест жителей. Недавно здесь поставили новые лавочки, заменили фонари и озеленили территорию. Итоги конкурса подведут в сентябре. За это время инспекторы должны объехать все районы области. Екатерина Рысева, Алексей Бредихин, ТВ-центр, Саратов.